Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды, и у нас закончился турнир. Так, мастер 3 звезды, не меньше. И вот они наши награды. Так, сюрики, 50 ДНК на Донателло Космос, ну и осколки. Так, друзья мои, у нас... сколько осколков-то, кстати? А, 135. Нам надо будет с собой еще 75, это будет 200. 3 недели, друзья мои, 3 недели для прокачки следующего персонажа в платиновый ранг. Вот, 3 недели, то есть, грубо говоря, ребята, это в конце месяца уже будет. Так что будем уже заранее прикидывать, кого нам надо будет прокачивать. Так, ну что, давай посмотрим теперь, что у нас здесь. Леонардо Космос, это круто. Так, по испытаниям у нас сцены насилия плюс городская война тени на солнце. Также в эксперте у нас будет Усаги против техники, и в платиновом сама же техника. Так, задание, ребята, я тут недовыполнил. Мне нужно было поднять уровень персонажа, но не хватило мутагена. Ну что, а самое интересное, конечно же, что у нас, друзья мои, буст сегодня. Да-да, именно он, поэтому погнали сразу же. И вот это вот меня раздражает. Да что ж такое-то, почему одни вот эти вот стандартные штампы? Не знаю, ребят. Так, 45 уровень против каких там 12-11. Разнесем в труху, да, и рассыпем по ветру. Минус хан. Бумс минус нейтрализатор. И минус бибоп. Шикарно. А по-другому и быть не могло. Сам подумай, 45 уровень и 10-11. Естественно, мы их тут сразу же запинываем. И, естественно, перелетаем с тобой на воин 2 звезды. 68-я позиция. Так, смотрим с тобой сразу же. Вот, видим 11-12. Естественно, сразу же шемитом его берем на растерзание волкам. И волки, как говорится, у меня уже готовы. Тут даже крэнк. Почему он у меня так... низко пал, уже практически в самом хвосте, а? Скажи-ка мне на милость. И выходит он, кстати, из другого измерения. Ты заметил? Так. Гипноз на Они. Минус Леонардо. Ну, естественно, вряд ли он под... Хотя он должен подбить, ребят. 45 уровня. Тыч, да? Распластал. Все-таки он двоих этих паршивцев. Ну, а мы с тобой тем временем двигаемся дальше. Так, знаешь, на изи, по ветерочку летим. Воин 3 звезды. Это стандарт, 83-я позиция. Так, кстати, у нас 108 с тобой монет. Мы можем потратить на покупку ДНК на, по-моему, на Рафаэля, да? Мы Рафаэля с тобой качаем. Так, давай посмотрим, может быть, нам дадут с тобой здесь побольше рейтинг. Например, 12-13. Во! Это уже элитник. Ну, пускай он не радуется, потому что сейчас мы этого элитника с тобой быстренько догоним и перегоним. И благодаря тому, что у нас 50 уровни, а у противника всего лишь 25. Да, я понимаю, что это несправедливо. Но, как говорится, кушать все хотят, поэтому кто первый, тот и прав. Ну что, Ванюша, у Леонардо вот этот слабый удар, поэтому... Хотя одного нагнул все-таки он. Так, Рафик добивает. Но тут остается только добить. Кунэйчик, как ты справишься? Красава ты моя. Да, великолепно. Даже никто, ребята, пикнуть не успел. То есть даже нанести удара. Даже в сторону мою взглянуть не успел. Ты понимаешь, как они уже валялись. Так что двигаемся дальше. И у нас с тобой вот она элитушка. Вот она элитушка, 82-я позиция. Погнали. Значит так, здесь 12-14 уже появляется. Я возьму вот эту вот команду. Они, кстати, по рангу тоже потихонечку растут. Я вижу, уже приближаются к 30 уровню. И я думаю, что даже уже следующий поединок будет с тридцатниками, скорее всего. Так, ну сейчас посмотрим. Здесь у нас есть... Они все массовики-затейники. Нет, кроме, конечно, Микеланджело. У Микеланджело вообще очень, ребята, мало бойцов с массовой атакой. Если не ошибаюсь, у них только вроде бы как ролевик Микеланджело, который может сделать аж целых две массовых атаки. Первый — это выстрел из лука, и второй — это разброс водяных шариков. По-моему, больше я не припоминаю.
Так, ну что, мы с тобой в элите 2 звезды. Ранг у нас 99. Это нам такой тонкий намек, что в элите тебе придется сыграть 2 поединка, если ты хочешь перейти на элиту 3 звезды. Ладно, я с этим, ребята, спорить не буду. Надо, значит, надо. Хотелось бы, конечно, получить мне 13-15. Только подумал, ребята, и вот уже, как говорится, на горе поднялся конь. Помахал мне хвостиком. Ну что, погнали тогда. Так, Мундагека. Так, я думаю, что здесь, наверное, бросить надо гранату. Шикарно так бросил. То есть, вот этому бибопу выгодно прокачивать, ребята, нашу вот эту вот самую гранату. Потому что она массовая. Ну и Донателло выпускает своего дрона. Тюф, все. Причем дрон, когда пролетает, он посыпает какими-то... Даже не то, что посыпает. Обволакивает врагов какой-то химической смесью. От чего они, в принципе, и погибают. Слишком жестоко это Донателло видеть, да? Хотя он еще тот изобретатель. А кофемашина, которая разрывается во время налития кофе, это вас не смущает? Вот она, инженерная мысля. Все бы взорвать, да причинить, как говорится, вред себе и окружающим. Так, ну что, ладно, ребята. У нас тут уже 34-35 уровни, а мы все еще с тобой пинаемся на полтинниках. Причем у него прикольно, здесь взято оригинальчики, аж 3 штуки. А что же он не стал брать четвертого брата-акробата? Не прокачанный, что ли, да? Допустим, давай-ка колоночку с тобой. Опа. Хорошечно. Так, и теперь, я не знаю, давай, наверное, ускорим команду. Ускорение это тоже немаловажно, ребят, потому что мы... Ну-ка. Потому что мы будем быстрее ходить. У нас повышается инициатива. Ну и ты видишь, к чему это все приводит. Даже не попал. Фу, Майки. Фу. Так, друзья мои, ну а мы двигаемся дальше. И надеюсь, сейчас мы с тобой будем уже в элите. Какая элита? А, элита, точно, что-то я уже думал, что мы сейчас в самураях окажемся. Вот теперь, после вот этого поединка, мы окажемся в самурае. Так, дай-ка мне, наверное, 13-16. Или как там у вас? Да, 13-16. Есть такое дело. Подожди ты, Усаги, куда ты лезешь? Тут еще вон 40-е уровни. Тут можно еще своими силами бороться, бороться и еще раз бороться. Причем вообще не напрягаясь. Хотя здесь 3 звезды, здесь 3 звезды. Вот он, ребята, ролевик Микеланджело. Так, а у нас что получается? У нас есть провокация, если что. Есть дебафер плюс скоростник. Максимальная атака. Крик. Север тоже дебафер и Донателло. Вообще массовиков вот в этой команде нету, ребята. Кто бы мог именно бомбануть массово? Таких здесь я не вижу. Ну что, делаем дебаф. А у него тут и Лео, и Муха. Ну, естественно, надо, наверное, вырубить Муху. С пониженной защитой. Так, она не успокоилась. На тебе. Так, Майки. Ага, у нас у Донателло есть массовая атака. Это как раз та самая кофемашина. Я про нее и забыл, если честно. Но не добили. Так, он промахнулся. Этот что? Этот, ну, попал немножко, ребят, конечно, попал. Тут неизбежно было, да? Хоть по кому-нибудь да попадет. Ну, парень, успокойся, что ты делаешь-то? Так, минус Леонардо. Дальше у нас минус Крис. Теперь, наверное, сделаем вот так вот. Хотя вряд ли я его уничтожу. Так, я и думал. Давай вот таким вот образом. На. Капуэра. Это да, ребята, это боевой стиль такой есть. Если не ошибаюсь, он, по-моему, бразильский. Так, сюда. И вот так вот. Наказали. Ну что, друзья мои, мы с вами двигаемся дальше. И, естественно, переходим в самураи. По стандарту у нас как идет? Лига сёгунов 3 звезды. У нас на бустах обычно в последнее время выпадает. Так что, я думаю, не будем изменять сами себе. Че ты делаешь? Эй-эй-эй, хорош, куда ты меня там выбросил? Так, что у нас здесь? А, 13-16 уже, да? 13-16. В принципе, меня устраивает. Тут я даже удивлен, ребята, бронза еще. Понимаешь, бронзовый ранг. Крис Брэдфорд 37 уровня в бронзовом ранге. Почему так, не знаю.
Даже если бы ты не хотел его прокачивать, ты все равно, ребята, умудришься его прокачать как можно быстрее. На 37 ранге он бы, у тебя уже был бы хотя бы с одной золотой звездой. Это просто закон, ребят. Закон вот этой игры. Потому что тебе будут выпадать ДНК на него. Хочешь ты этого или нет. Так, ну что у нас тут получается? Давай осколочками попробуем забомбить. Все. То есть три массовые атаки, и все ребятушки уснули. Ну, мы с тобой, естественно, двигаемся дальше. Так, что у нас там получается? Да ладно, уже самурая 2 звезды, но 97-я позиция. То есть, получается, 2 поединка нам нужно будет здесь подраться. А дадите мне 14-18, а? Вот так вот просто навскидку. Скажут, нифига ты, Рей, зажрался, не дадим мы тебе. Мы тебя только перевели на этот ранг, а ты уже 14-18 требуешь. Ага, губишки закати обратно, пожалуйста. Нет, конечно, не дадут, ребят. Это я уже просто в себя поверил, думал, ну сейчас прям вот так вот дадут мне. Угу. Потом подбегут и еще раз дадут. Ладно, я перебьюсь. Все равно добьемся своего. Ну что, ребят, делаем с массовой атаки, начинаем, да? Майки Космос. Причем он достал кормежку этого Криса Брэдфорда. И так жестоко ее выкинул. Так, вот это мне не нравится. Ну-ка, слэш, добей. Шикарненько. Так, бросим с тобой баллончик, наверное, сюда. Так, минус двоечка и плюс добивка. Да-да-да, кожа головы. Вот мне нравится, как он делается. Он ложится и начинает придуряться. Просто кубарем катится. Не, даже не кубарем, как делают это наши кролики, да, маузеры. Он просто валяется и покатился, покатился и бомбанул. Так, 44 уровень, вот, вот, 14-18. Я же говорю, рано или поздно мы с тобой возьмем. Но тут я бы даже сказал не то, что рано или поздно, мы очень быстро взяли с тобой этот ранг. Так, подожди, тут уже опасно, ребят, 45 уровень. И как бы, нужно быть на пределе. Они все равно меня как бы опережают на 10 левелов по прокачке. Потому что компьютер специально подбирает таких противников, у которых все прокачано. Все скиллы там в идеале, да, понимаешь. То есть у них будут массовые атаки очень мощные. Поэтому поэтому я и взял, ребята, массовика, естественно, мощного. Это карайка была, да. Ну и остальные идут как бы в поддержку нам. Так, и остается последний. Я думаю, что Саблезуб, да, уничтожил его. Ну что, друзья мои, идем очень неплохо, ни одного поражения. Я вообще, если честно, забыл, когда мы последний раз с тобой теряли персонажа на поединках. Есть только по глупости где-нибудь. Ну что же, самурай 3 звезды, 86 место. Двигаемся дальше. 14-18, вполне меня это устраивает. 44 ранг у врагов. Раз, два, три, четыре. И сюда возьмем мы с тобой Джастина. Я возьму сюда Джастина с его отвратительным запахом изо рта. Погнали. Ну-ка посмотрим. Ну что ж, неплохо. И добивка, судя по всему. Так, вот этого Шреддера бы тоже, конечно, ребят, хотелось бы прокачать на фулл звезды. Вообще в платиновый ранг, если честно. Потому что довольно прикольные у них удары. Эти вот антигерои, они какие-то мощные. Они намного сильнее, чем герои. Так, 14-18. Я хочу получить... О, спасибо. 15-19. Я даже и не мечтал об этом. Но здесь придется брать Усаги, потому что Майки. Майки 48 уровня. Если он сделает свой дебаф, а он его сделает. Точнее, не дебаф, а баф на свою команду. То есть такой шанс, ребята, что мы просто не попадем. Не попадем, в плане будем мазать. А по инициативе, кстати, сейчас и посмотрим, у кого инициатива круче. По идее, должна быть у меня, потому что я и по уровню, да, сильнее и выше. Так, а теперь главное, чтобы она его... Он его уничтожил. Он уничтожает абсолютно всех. Он уничтожил абсолютно всех. Это круто, ребят. Это круто, потому что... Бустимся сегодня, бустимся и продвигаемся дальше. Так, ну, да, вот он, друзья мои, сёгуны. Мы уже здесь.
Мы уже на месте. Мы уже, как говорится, в своих родных пенатах. Так, ну что, 15-19. Я думаю, что 15-20 или 16-20 мне здесь пока не светит. Верно? Да, хоть ты тут заролься, говорят они мне. Мы можем тебя только понизить, но не повысить. Ладно, фиг с вами. Ну что, я возьму здесь, наверное, Армагошу. Да, я возьму Армагошу и возьмем вот этих вот маленьких слабеньких бойцов. Ну как слабенький, 58-й, конечно, эффект силы уже чувствуется где-то на уровне 60-м. Давай вот так вот скажем, да? Ну, еще более, как тебе сказать, уровень силы чувствуется на 80-м. Ну а на 100-м ты чувствуешь себя просто непобедимым. Поэтому как бы 45-й и 50-й это можно уже отнести в нашем, ребята, случае к слабому звену по отношению к тому, что у нас есть 100-й левел, 80-й, 90-й. Очень мало, кстати, 70-х. У нас вот именно такая вот, как тебе сказать, такой предел 100-й, 90-й, да? Потом идет 60-й и 50-й. А вот эти вот 80-й и 70-й это вообще как проходной какой-то двор. Их там просто нету. А если есть, то единицы. Так, подожди, что ты делаешь-то? Какой бой, я говорю, обновить? 15-20, хорошо, я соглашаюсь. Соглашаюсь с этим вашим вердиктом, с этим решением. Так, 60 уровень, а у него 53-й. То есть он уже все, ребята, он у меня уже не слезет с хвоста, он меня будет преследовать до последнего. Что бы я тут ни делал, как бы я тут ни выигрывал, и кого бы я ни брал, он будет равняться на меня. То есть теперь я без хаев не смогу здесь драться. Вот так вот. Ну, а, ребята, как хотели, это вот буст. Вот к этому он приводит. Тем более в самый первый день, я бы тебе сказал, даже в самый первый минут, как только откатилась неделя. Это самые жесткие битвы. Потому что сегодня я уйду на работу. Я когда с нее приду, ребята, мы будем с вами опять в Лиге Самураев 3 звезды. Это в лучшем случае, в лучшем. И опять же нам придется, поэтому первый, второй и, грубо говоря, третий день — это непрекращающийся буст. Вот так вот можно сказать. Но отправную точку все-таки для всего это дает именно самый первый день. Потому что если ты его пропускаешь, ты потом очень-очень-очень-очень медленно туда карабкаешься. Медленно, но уверенно. То есть ты добрался до какой-то определенной лиги, и у тебя уже есть такая гарантия, что тебя оттуда не сбросят. Например, дошел, да, до Лиги Самураев, там одна звезда. Ты уже можешь быть уверен, что на следующий день ты не слетишь там в элиту или на войны. Ты будешь здесь находиться. Единственное, что тебя, конечно, понизят по месту. То есть ты будешь, например, не 20-й или там 30-й ранг, а можешь быть, например, там 80-м или 70-м. Ну, что-то вот типа того. То есть это отличие между бустом и обычной ровной игрой. Почему мне выгодно буститься, ребят? Ну, во-первых, здесь, как тебе сказать-то, все происходит в офигенном темпе. То есть очень быстро идет набор вот этих вот кубков, да. То есть, а кубки, ты сам понимаешь, что заканчивается день, и мы с тобой получаем награды. Награды в виде доллары, вот это вот все, что нам нужно. В виде откатов, по-моему, что там еще? Монеты мы получаем с тобой. И чем выше мы с тобой сразу же будем в ранге, тем вкуснее будет награда. Ну, вот в этом, в принципе, вся и логика. Так, ну что, друзья мои, Сёгун 3 звезды ждет нас. Я тебе говорю точно. Он будет счастлив нас видеть там. Вот единственное, почему мне не дают 15-21, ну, что-то непонятно. Что-то жмут, друзья мои, жмут они. Ладно, фиг с вами. Не хотите, как хотите. У нас, кстати, с собой бойцов-то осталось шиш, да не шиша. Я смотрю, сколько тут еще поединков. По-моему, один, это максимум. Но в Лигу Сёгунов 3 звезды мы в любом случае с тобой заберемся. Потому что уже 54-я позиция, да? Сколько там нам остается? После этого поединка мы, наверное, переберемся. Может быть, в 20-й ранг, может быть, в 30-й. И следующий уже поединок будет ключевым. Ну-ка, смотрим.
Ну, видишь, даже 10-й дали. Даже дали нам 10-й, повышенный. Ладно. А здесь, в принципе, я думаю, можно даже справиться без... Ага. Два персонажа остались неотыгранными. Ну, я так не согласен, ребята, я должен их отыграть. То есть три отката сделать. Да фиг с ним. С этими хламонами, я больше уверен, мы справимся. Без каких-либо проблем. Начинается, короче, со смертельной волны. Пулеметная дробь, и все, им крышка. Быстрый и тихий разбор полетов. Вот так вот. Ну что, два бойца у меня осталось. Ребят, давайте им поможем отыграть сегодня, естественно, в нашей лиге. А то я знаю, как им обидно. Мы с тобой в лиге Сёгунов 3 звезды. По-другому и быть не могло. И я думаю, после этого поединка мы с тобой еще выбьемся в полтиннички, скорее всего. Так, Шреддер, Усаги. Подожди, Леву не надо. Возьмем Армагошу. И раз, два. Так. Все? Да, друзья, мы всех отыграли. Эх, сегодня наработку в ночь, друзья мои. Я не знаю, успею ли я этот видосик выложить. Я, конечно, постараюсь. Ну, если сегодня не успею, тогда уже будет выложен во вторник. Так. Ты смотри-ка. Как вы, чудики, выжили-то, а? Сплинтер. Рокстеди, объясните мне, пожалуйста. Стоят еще. Голову опустили, в глаза не смотрят. Стыдно. Так, ну все, ребята. Можно сказать, что основной первый буст на сегодня закончен, да? Мы зайдем с тобой в магазин. Это единственное для того, чтобы приобрести нам ДНК на Рафаэля Космос. И плюс еще ко всему прочему, у нас есть мутаген. Естественно, я ее потрачу. Так, стоп, во-первых, задание нужно сделать. А, поднять уровень персонажа, все правильно. Мы этим с тобой и идем заниматься. Смотрите, сколько я на бусте поднял, ребята, мутагена. Всего лишь 17 тысяч. Ну, плюс у меня было, по-моему, там 3 или 4 тысячи. То есть 13, это очень мало. Очень мало. Раз, два и три. 53 уровень получает у меня Шинигами. Все. Забираем здесь награды. Там у нас, по-моему, да, задание идет. На осколки, кстати, подожди секунду. Сцены насилия. Стоит ли нам здесь вообще играть? Так, друзья мои, официально заявляю, что сцены насилия проходиться не будут. Они нам не нужны. Здесь. Вот здесь другое дело. Кунаичи, Шинигами. Да, ребята, вот городская война тени на солнце проходиться будет. А сцены насилия нет, потому что здесь все персонажи у нас имеют платиновый ранг. Все персонажи у нас имеют 5 золотых звезд. Ну, то есть прокачка у них фуловая, и ДНК нам на них не нужна. Так что не будем тратить здесь ни сыр, ни время. Будем здесь вот проходить и фармить, и все остальное. Ну что, наверное, за кадром я пойду сейчас набивать. Что я пойду набивать? Что я хотел сделать? Ну, наверное, осколки. Ребята, да? Серебряные и золотые. Быстренько я их тут заработаю. Тем более это занимает буквально, ну, сколько там? 3 минуты, там, 5 минут максимум. Да к тому же еще и на автобое. Все. Этот первый поединок. Потом второй, третий, четвертый. Да, друзья мои. Это я уже буду делать за кадром. Ну, а мы будем закругляться. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.